Всем добрый день, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Начинаю сегодня свой день с уборки. Пока, видите, я там все у Света на столике прибираю, Ваня тут прыгает, скачет, как совраска. Ну и он маленький, ему еще 2 годика. В январе, кстати, у него будет день рождения, будет 3 годика. У меня в январе вообще у троих день рождения. Это у Маши, у Марины и у Вани. У Марины 4-го. У Маши 20-го, у Вани 16-го. Так что вот так вот. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами, ну а я продолжаю уборку. Ваня сидит, кушает банан. Да, Ваня? Немножко прибрались. Ваня опять игрушки на стул соскладывал. Заметьте, сегодня нету большой куклы. Да, Ваня? Нет, пускай будет здесь. Или вон сюда посади. Таракан. Таракан. Это таракан. Надутый, если что. А то некоторые, может, я не поняли и подумают, что живые. Так, Оксана достает портфель. Садимся за уроки, да, Оксана? Так, сейчас я тебе запишу ручку мне, давай. Сейчас я ей запишу и вернусь к вам. Так, смотри, Оксана, первое у тебя решено. Второе. У Белочки было, посчитай, сколько орешков? 5. Стало на 3 больше. Сколько орехов стало? Какой мы пример запишем с тобой? 5 плюс 3. Сначала пример запиши. 5 плюс 3. Молодец, правильно сказала. 5. А Ваня тоже уроки сел, что ли, делать? Давай мама тебе стул отодвинет. Вот так вот. Ваня тоже уроки сел делать, а? Равно. Считай, сколько получится. 8. Правильно. Ответ. Ваня, не мешай ей. 8 орехов. Ваня тут зарядку смотрел, да, Ваня? Иди делай зарядку. Иди делай зарядку. Молодец, Ваня хлопает. Дальше. Это у тебя решено. Зачеркли лишние цифры в ряду. 2, 4, 6, 7. Зачеркивается, да? Потому что оно тут на как 2, 4. Между ними пропустилась какая цифра? 2. Правильно, видишь? Значит, здесь зачеркивается. 8, 10. Все правильно. Определи, на сколько сантиметров красный отрезок длиннее, чем синий. Значит, счете на линейку. И измерить, какой отрезок, сколько сантиметров. 6. Ну, откуда ты знаешь так без линейки, что там будет 6 и 7? Какая ты интересная. Давай по линейке уже. Давай по линейке. 7. 7 сверху запиши. 7. Нет, не здесь. На сколько сантиметров? Сверху отрезка пиши, сколько сантиметров.
8. Ну, пиши сверху. Да. Ваня. 7. Нижний мери, сколько сантиметров отрезок. Мама. Ваня, тихо. 6. 6. В нижний отрезок пиши 6 сантиметров. А теперь как надо решить, чтобы узнать, на сколько сантиметров отрезок длиннее? 7. Дальше? Что надо сделать? Нет, Оксана, насколько у тебя верхний отрезок больше, чем маленький? Откуда ты узнала, что на 1? Ты мне скажи, почему ты узнала, что на 1? Как ты решила этот пример? 7-1. Правильно, 7-1. 7 минус не 1, а 7 минус 6. И получается 1. На 1 сантиметр у тебя красный отрезок больше, чем синий. Пиши. Да. Дальше давай. Разбей все фигуры на 2 группы по разным признакам. Запиши равенство для каждого случая. Какие у тебя здесь фигуры есть? Квадраты, круги, маленькие квадраты. Ну? Маленькие круги. Думай. По разным равенствам. Что надо сделать? Круги отдельно зарисовать, да? Или записать, а квадраты отдельно? Ладно, сейчас доделаем уроки, потом еще читать надо будет, да, Оксана? Угу. И готовиться к труду. Там надо ей белый картон, клей, ножницы, изображения животных из старых журналов вырезать. Надо старые журналы поискать. Мне это по музыке задали. А что там по музыке? Я сами свою какую-то... какую-то... поделку? Музыкальный материал. Музыкальный материал? Да. Музыкальный какой-то. Понятно. Ну давай сначала прописи дописываю, а потом дальше будем делать. А Ваня тут лезет. Банан ест еще, да, Ваня? Вкусный банан. Открыть на. На. Так она не работает, батарейки сели. Потом, туда вставлять надо. Мама неправильно вставила, да? Ух, она мама такая. Все, молодец. Все. Пиши, пожалуйста, уроки. Все, делаем дальше уроки. Ну, а что ты не сначала-то начала? Ну, ладно. Потом 2 плюс 1 в нижней строчке. А равно-то что не посчитала? Мама должна считать? Да. Ну, считай. 5. Правильно, умница. Вы просили меня снять, как мы уроки делаем. Так. Я всегда рядом сижу, когда она уроки делает. Дальше 2 квадратика желтых. К нему добавляется 1 зеленый. Пример записываем как? 2 плюс 1. 2 плюс 1, правильно. Задают пока не так много, это же первый класс. Вот многие спрашивали, много-немного задают. Нет, задают пока немного, у меня что-то глаза красные. Да, ты книжку взял? Да. Свет включил? Ну иди там читай. Ваня пошел читать, правильно. Все, убирай. Сейчас азбуку надо тебе. Где у тебя тут азбука? Азбука. Сейчас будешь читать прописи. Давай я уберу тебе. Что-то у тебя в портфеле пора порядок приводить, да? Опять бардак в портфеле. Мама недавно прибирала, и опять все бардак. Бумажки надо убрать. Азбука, страница 120. Открывай. 120. 120. 120. Вот, и читай. Вот это? Да, сверху донизу. Все читаешь. Вот этот стих и вот этот. Все читай с самого верха. Мы никогда не распределяемся, что только стих читать или что-то. Ты знаешь, что мама заставит все равно всю страницу читать. Мама.
С самого верха начинаешь громко вслух читать маме. Мама будет слушать сказку. Напишите, как вы делаете уроки. Да, Ваня читает, да? Неправильно держишь книжку. Не знаешь ты буквы? Ух ты какой! Неправильно. Аккуратно. Снеговик. Дальше. Г. Полностью слово. Горка. Ну, дальше. Да, Ваня? Что это там за мусор? Да, многие спрашивали, когда мы постригем Ванечку. Мы хотим перед Новым годом, я его хочу постричь. И Егорку перед Новым годом попробуем попасть в парикмахерскую, чтобы его постригли там красиво. Как вы заметили, я уже перестала Егорку постригать. Мужа я еще постригаю, ему пофиг, как стричься. А Егорка у меня будет теперь ходить только в парикмахерскую. Что у меня все лицо с прыщами стало. Да. Читай. Сейчас мама тебе другую книжку даст, хорошо? Да. Все, давай. Сейчас схожу, принесу другую книжку. Так, сходила, занесла часть книг. Сейчас покажу, какие справочники для младших школьников. Русский, математика, да что, ну, вот такое вот здесь. Вдруг где-то с Оксаной нам понадобится. Потом дальше встреча, Новый год для всей семьи. Тут стишки интересные. Может, кого-нибудь к Новому году для елки выучим, да? Карлсон. Это раньше была классная книжка. Занесла домой, чтобы старших заставлять читать. Разбор по составу слова. Это я когда-то в каком-то магазинчике увидала и купила. Вот тоже нужно будет. Пропись. А, нет, мастерилка. Да, я не знаю, попалась, видимо, просто. Буква Оксанина занесла опять. Вот еще одна пропись тебе. Волшебное слово. Книжечка тоже читать очень интересная. Да, Ваня, тихо. Дума решает. Опять Оксанина пропись новая лежит. Уроки скорочтения, эффективная методика. Занесла ее, чтобы попробовать с детьми. Эту я занесла себе читать. Так, повторяйка. Да, вот такая вот книжечка. Тебе, найди, посмотри. Так, правила дорожного движения. Тоже интересная книжечка. Оксана, читай, пока потом посмотришь. Вот такая вот. У нас все книжки в хорошем состоянии, потому что я стараюсь детям сильно не давать так, чтобы портили. Они читают, но сразу прибираем. Это я занесла пословицы, поговорки где-то что-то учить. Вот эту вот книжку я читаю. Ну, читала пока до ремонта. Тут вот закладка у меня лежит, и сейчас вот начну продолжать ее читать дальше. «Страна Оз». Кто читал ее? Напишите в комментариях. Ну, классная книжка. Я ее в школе, по-моему, несколько раз перечитывала. Очень классная. Так, и какая здесь у меня книжка? Вот такая любопытная Варвара. Андрей Усачев. И вот тут большие книжки еще есть. Вот это вот, по-моему, мне Евгения присылала. Я у нее конкурс выиграла. Она мне присылала. «Вниз по волшебной реке». Которая недавно писала, что ее книжку, наверное, разорвали, убрали. Вот, пожалуйста, Евгения. Так, «Пермский край». Вот у нас есть еще такая книжка. Тут вот. Не нравится тебе эта книжка? Но сейчас мама другую даст. «Чудеса природы», детская энциклопедия. Тоже очень интересная. «Крокодил Чайковский». Да, ну положи сюда. «Медные горы хозяйка». «Медные горы хозяйка». Сказка такая была. Есть. Видите, какая книжка интересная тоже очень. Дальше. «Мишка учится готовить». Да? Готовим и печем с Мишкой. Это кулинарные рецепты для детишек здесь.
На. Смотри. Дальше. Знаменитый утенок Тим. Тоже книжица красивая. Вот Оксане теперь много, да, читать будет? Что сразу Оксана такая говорит, не-э. Будешь, куда денешься, стихи. Ваня, тихо. Маша и Каша, утренний приказ. Ну, вот такая вот. Ты писать будешь, да. Лесные истории. Ваня, помолчи, пожалуйста. Все, тихо. Миша встречает Новый год. Тоже очень интересная книжка. Вот эту вот нам вообще прислала Оля с Германии. Это немецкий язык. И вот тут вот Незнайка и его друзья. Прочитала уже? Ну, прибирай портфель. Дневник открывай. Вот такие вот книжки занесла. С детками будем читать. Открывай. Сейчас посмотрим. Где закладка там у тебя? Вот она, закладочка. Так, завтра у тебя физкультура есть. Обязательно готовь. Родной язык, труд. Белый картон. У нас нету картона. Большой? Да. Большого нет, у нас маленький есть. Да. Бомби, да. Смотри, Бомби, смотри. Клей, ножницы, изображение животных. Ну, изображение животных мы потом с тобой после садика поищем. Физкультуру готовь. Вот это прибирай. Это будешь здесь уже писать. Ладно, продолжаем дальше. Я сейчас хочу... другими еще делами. Так прибирай в шкаф, чтобы они не валялись, Катя. Ну вот как-то так вот. У меня одна орхидея вот здесь стоит. Многие спрашивали то, что она после пересадки погибнет. Нет, ребят, не погибнет. Вот такая вот. Вань, подожди. Вот такая вот она цветет. Да, несколько цветков уже отпало, но в целом он хороший цветок. А те я еще не присаживала, еще не купила ничего для них. Да, Бомби. Бомби — это у него машина, значит. Транспорт какой-то, который ездит. Оксана, портфель, помните, который на день рождения я покупала? А, довольна этим портфелем, прям вообще ужас. Да, Оксана, тебе очень... Ну. Опять куклу бросил. Я ее приберу, он опять ее бросает. И вот так вот целый день. Сейчас он пока вот все книжки не пересмотрит, не успокоится. Да, Ваня? Да. Ладно, ребят, вот такой вот у нас сегодня влог был. Ни о чем можно сказать. Но потом вот другой влог еще будет. И так постараюсь понемножку менять свои ракурсы. Да, читай, читай. Ваня, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Ладно, всем пока. Мы всех вас очень любим.